В Ташкенте при поддержке Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана в сотрудничестве с делегацией Европейского союза и программы развития Организации Объединенных Наций прошла торжественная церемония награждения журналистов, блогеров и сотрудников агентства. Мероприятие проходило в рамках 30-летия независимости республики. Прежде всего, мне бы хотелось выразить слова благодарности представительству Европейского Союза в Узбекистане, а также ПРООН за признание моей работы. Хочу отметить реформы, реализуемые в республике. У нас такая замечательная страна. Не все журналисты и те, кто работают в этой сфере, прилагают все усилия, чтобы рассказать о реформах в нашей стране мировому сообществу. Миру следует знать об Узбекистане больше, о бизнесе, климате, реформах, о том, насколько прекрасна наша страна. Мы, как журналисты, должны восполнить этот пробел. Участники мероприятия отметили, что благодаря цифровизации системы оказания государственных услуг граждане узнали больше о своих правах, обязанностях и возможностях. К тому же это обеспечивает подотчетность со стороны госсектора. Особо отмечена важность продвижения центров общественных услуг среди населения и средств массовой информации как в столице, так и в регионах республики. Мы видим, что много внимания уделяется и отдаленным регионам. Мы были в Кашкадарье и увидели, как там работает агентство госуслуг. Важно, чтобы каждый имел доступ к государственным услугам, включая образование, систему здравоохранения, и чтобы у каждого был доступ к онлайн-сервисам. Заслуживает похвалы прогресс, достигнутый за последние годы в увеличении количества государственных услуг, создании сети центров общественных услуг по всей стране, улучшении схемы доступа и качества услуг.